S-a întâmplat ceva și noi nu știm de ce astăzi a fost rechema. Alo? Da, 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 eu vă aud. Aștept un răspuns. Eu am următorul răspuns pentru dumneavoastră. Comunicatul a fost emis astăzi. Uh-huh. Înseamnă că astăzi a fost luată decizia. Как сообщили в министерстве, в связи с участившимися случаями преследования и запугивания властями Российской Федерации официальных лиц и политических деятелей из Республики Молдова и отсутствием официальной реакции на неоднократное обращение молдавских властей по этим случаям, МИДеИ принял решение вызвать посла Молдовы Андрея Негуцу на неопределенный срок в Кишинев для консультаций. В ходе дискуссии планируется обсудить пути выхода из сложившейся ситуации, которые не приведут к подрыву молдавско-российских отношений. Президент Игорь Дадон назвал решение МИДеИ недружественной акцией, предпринятой перед его визитом в Москву. Ранее ДПМ запросила у МИДеИ принять меры, после того, как в российской прессе появилась информация о том, что Влада Плахотнюка в России обвинили. Лидер демократов отказался комментировать обвинение.